Естественно, тут необходимо искать компромисс, продолжать переговоры до того момента, как он будет найден. Возможно, сначала стоит принять какое-то промежуточное решение, которое будет урегулировать схему оплаты в текущей задолженности, и после этого уже подписание окончательного соглашения. Но, на мой взгляд, здесь неизбежно, помимо переговоров на уровне хозяйствующих субъектов, решение политического вопроса, то есть переговоры на уровне государств. И нам, конечно же, нужно на это выходить, хотя бы потому, что одна из тех возможностей скидок, которая была заявлена, это скидка по экспортной пошлине. А экспортную пошлину, естественно, скидку по экспортной пошлине не может предоставлять «Газпром», это может предоставлять только государство. Соответственно, вот здесь должно быть участие и государства, и компании в переговорах, как с одной, так и с другой стороны. Ну, я думаю, что неизбежно в данном случае... не только вот там рассматривать конкретный вопрос цены, но это должно быть какое-то комплексное согласие сторон по ситуации, которое будет включать, естественно, объемы поставок, обязательства take-or-pay, возможности, допустим, реверса из Европы, естественно, транзитные аспекты, возможно, и целый ряд других, которые смотрятся тут более широко, но это уже, если на политическом уровне обсуждать, это, естественно, вопрос остростоящий по интеграции России либо европейского экономическую систему и сотрудничать, соответственно, с Россией, какие будут там трансграничная торговля, как вообще это будет дальше развиваться. То есть тут вопросов очень много, и я думаю, неизбежно тут надо нашему высшему руководству идти садиться за стол переговоров и искать компромисс.